нравится мыть голову с утра. Вот. Класс. Могу так снимать видео, я так себя вижу, мне прикольнее. Вот, я сегодня зашел в чаще опять. Опять в чаще, интересно, какого ракурса. О, вот так прикольно видно. Зашел в чаще, ну так мне приходится руку держать. О, прикольно. Высоко. Это вот подошел к подножию, думаю, надо подниматься, он туда, короче. Он туда. Ну блин, ну такое все. Как обычно, я всегда дойду до этого пенька, тут у меня такой пенек, мой рюкзачок, мои палочки неизменные, короче, все мои. Вот, взял свою, уже другую обувь одел, получается. И тоже, короче, с обувью тут не угадаешь. И обувь, я стирал эти кроссовки, они дня три уже стоят и не могут высохнуть, или два, пару дней стоят, короче, внутри они сырые. Все сложно было. Так лень было с утра собираться. Я сюда собирался. Так. Ну я сейчас идти, наверное, не буду. А, сюда дохожу до этого пенька, короче. Думаю, куда идти дальше. Но тут надо либо сразу идти, либо не останавливаться. Потому что вот каждый подъем, если останавливаешься, надо так идти минут 40, а потом останавливаться. Наверное. Ой, тут опять много ягод, но я уже ягод сегодня не хочу кушать, потому что от них потом такие руки все время грязные, и надо на обратном пути их можно кушать. Большую разминочку надо сделать, потому что... Перед подъемом надо сделать небольшую зарядку, потому что если не сделать зарядку, то... Ох, ну, тут я сильно уже захватываю. Чтобы поясница немножко растянулась. Никак не растянулась, а расслабилась. Мышцы. Что сейчас подниматься в гору, это важный, как бы, важный этот... Ой. Важные. Фух, немножко разминочка. Я зарядку сегодня с утра не делал, а надо было бы. Можно сказать, что у меня уже утро сейчас пришло ко мне за зарядкой. Фух. Так, ну все, зарядку я сделал, можно подниматься. Но все равно не хочется подниматься. Сейчас я, в общем, делаю передышечку. Пару минутку. Еще пару минут. И пойду. Так я, может, уже пойду. Мне неудобно идти снимать, я лучше там буду снимать. Потому что если я иду, у меня палки. Я их сегодня качественно настроил. Конкретно так, как неудобно настраивал, остановился. Вот они мне как раз удобные для подъема. Для спуска их надо выше чуть делать, а для подъема чуть ниже. Чтобы удобно было в них. И я их настроил по определенной высоте. Так что сейчас поднимусь чуть выше. И можно будет еще что-нибудь передохнуть. Это я пока сюда дошел, так немножко перегрелся, я остывал. Ну, 15-20 я остыл, все. В принципе, можно бегать дальше. Такие справы. Вот.